Всем привет! Середина декабря. И сегодня мы приехали вот на такую крошечную речку половить на безмотылку. Последние рыбалки на хищника с вибами были пролетные. То одну рыбу поймаешь, то две, то вообще ни одной. И просто надоела пустая трата времени. Решил вспомнить безмотылку и приехать на совсем крошечную речку половить плотву, окуня, ну и прочую рыбу, которая здесь живет. Речка, как видите, совсем маленькая, здесь буквально метров 10-15 шириной, глубины небольшие, но видовое разнообразие здесь достаточно высокое. Есть и хорошая рыба, и самое главное, здесь ее много, здесь количество рыбы хорошее. На безмотылку всегда можно приехать и неплохо оторваться. Подтягивает немножко мормышку. Ага, есть. С второй проводки. Окунек. На мормышечку, да. Ага, есть. С ударом с каким. О, плотва хорошая. На течение взяла. Очень жадно плотва взяла. Приятная плотвица, да. Не заломная, но хорошая. Опа, есть. Угу, плотвичка. Главное, в камеру плавали одни окуни, а клюет одна плотва. Ну, не каждую проводку тоже. И вот лучше на агрессивную. На мягкую что-то вообще не берет. Ага, высоко. О, вообще леску травит. Ух, какой окунь! Опа! Отлично. Вообще прям красавенный окунь. Красавец. Вот окунь хороший. Вон еще один. Плавники сложные, но они плавают. О, хороший окунярва какой. Много окуня. Вон еще вот плавник поднятый. Хороший крупный окунь. Да, он ходит. Ой, здесь тоже окуня сразу прям вот стоят. К камере подошли. Вот он. Еще один. Еще. О, тут сколько он плотва хорошая идет. Все, пробуем. О, шкатушка прокрутилась. Плотвичка. Сразу же, только приподнял. Нормальный окунек. Ага. Опа, сошел. Следом еще.
но не крупный. Но покрупнее окунь, видишь, все-таки на глубине стоит. Подальше от берега. Вот на мели пока ни одной нормальной рыбы не было. Все до ладони. Кубик хамелеонный. И очень активная тряска. Вот она плавная, как с ударом. О, нормально, кунек. Проводочку сменил. Ух ты, как тянет, смотри-ка. А, вон что тянет, смотри-ка. Ну все, сейчас на лунку замолчит. А зеленки нет на ней, смотри. То может зеленочку попробовать посадить. Опа, здесь сразу прям плотвичка. Опа. О, следом окунь. И все высоко. Опа, тоже с первой проводки здесь. О, плотвичка. Плотвичка явно поактивнее. Сразу цапает. Если есть под лункой. Эх, нифига, вот это нависла. Нормальная рыбка. А нет, плотвичка всего лишь. Просто очень бойкая. Вот это поклевка у нее была. Опа, 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 опа. Не пролазит. Лунка обмерзла. А плотвичка ничего, а. Следом еще одна. Да, она как тут стайка им подлетает. Ага. Оп, 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 оп. О, смотри, голавль. О, разнообразие повышаем. Голавлик попался. Оп-оп-оп, плотвичка. Одна как. О, окунь наконец-то попался. Тут трава на дне. Вот она, походу, тут крутится, поэтому вся рыба. Ага. Я прямо в лунке траву вижу, считай, он достал какой пучок. У меня тоже головник. Тоже головник? Ага. Плотвички какие. Прижимает прям конкретно. Очень яростно. Ельцов странно нет. Но, видимо, они не в траве. Где-то на струе стоят. У меня что-то подзатихло. Три проводки и не поклевки. Это уже не дела. Быстро избаловались. Да, не, о, есть. На мягенькую. О. Окуня, походу, просто пришли. Беляху разогнали. Ого. Зато рыба хорошая. О, какая тоже плотва. Замечательная. Угу.
Отличная плотва. Для микроречки так вообще. Вон она, прямо на опускании. Это окунь, наверное, да. Первая поклевка на спуске. Так обычно только окунь и подъязок цапают. Вон плотвичка на мягкую проводку. Прям еле-еле качал. Хоть рыба и активная, но проводки надо менять постоянно. То на такую клюнет, то на такую. Вот опять на мягкую сразу. Но это мелкий окунь. Прям легенько-легенько. Ну, а плотвичка нормальная. Аккуратно взяла. А вот до этого в этой лунке только мелкие окуня клевали с тех подходов. А сейчас плотва подошла. Ага, прям еле-еле качал. Вот на такую проводку берет. Опять на трясочку взяла. То на такую проводку, то на такую. Ну, прям нормально плотва клюет. Проводки менять и все. Аккуратненько взяла. Ага. О, хорошая плотвица. Ага, на контрольной подсечке. О, вообще хорошая плотва пошла. Проводку плотвичка. Вот вытряс. Густерка. О, здрасте, мордасти. Ага, взял на мягкую проводочку. Вот он. В камеру плавало полно, но приходится уговаривать. Проводки, наверное, с 20-й. Окунь не такой активный, как бель. Ага, вот на мягкие-мягкие проводки он берет. Давай. Опа, заходи. Хорошая окунишка. Походу подобрал к
как его ловить. Еле-еле прям качать надо. Активные проводки делал, вообще не клевал. Сейчас вот два подряд. Вон, пиявки с него отваливаются. Прям вот еле-еле-еле. Что-то никак, а? Еле-еле прижимает на вялую проводку. Но вообще плотве больше нравятся активные проводки, а вот окунь почему-то сегодня лучше берет прям на умирающую. Еле-еле качаешь, тогда он цапает. Ну, не считая вот такой мелочи, мелочи, мне кажется, пофигу. Но окунь не в той стадии активности, чтобы прям клевать. С утра вот еще более-менее поклевывал, в течение дня в основном бель. Трогал, трогал, ну это плотвичка уже, ага. Ага, о, плотва. Хорошенькая плотва. Прям на мели. Я тут, правда, окуня ждал. Ух ты, нифига. Не подымается. Бивень-то. Да, стоит на месте. Он как и рыбки. Кто-то хороший. Да. Сорога. О, какая плотва. Вот она под вечер, на самой мели. Хорошая, да, плотва. О. На самой-самой мели, видишь, под травой. Эх, нифига, вот это нажим. Нормальная плотва. Еле-еле остановила. Вот плотвичка. Очень высоко. Нормальная плотва. Нифига, вот это нажимы. Вот она, одна за одной. Толкается кто-то. О, хорошая плотва. Да, под вечер прям плотвичка разошлась. И размер поприятнее. Почти каждая проводка. Теперь на мягкую проводку. Тоже плотвичка. О, сама отцепилась, молодец. Окуни бы мелкие так сами отцеплялись. В течение дня они прям замучили
Сейчас хотя бы вроде перестали. Вон она, прям на пускание даже играть не начал, уже сидит. Прикинь, плотва причем. Просто мормышку пускал. А? Ну, а правда подбагрилась под бороду. Но все равно. Темно стало. Там под водой, наверное, вообще ничего не видать. Поклевки перестали вообще. Так неплохо. Вообще неплохо. Вообще неплохо. Я говорю, да. Пускай рыба не крупная, но поклевок сколько. На Волге такая же. Да, бывает на Волге такая же. Ну и вот такой сегодня по итогу результат. Ну сколько, не знаю, килограмм 5, наверное. Вполне неплохая рыбка попадалась. И плотва, и окунь. Грамм 100-150. Ну, в среднем плотвичка ладошечная. И такого же размера ладошечный окунек. Целая куча мелочи. Вот такого окуня, вот такой плотвы. Всего поклевок за рыбалку, я не знаю. Сотни две. Рыб поймано, наверное, под сотню. Ну и взял, наверное, тут штук, да не знаю сколько, которые покрупнее, как раз вот посушить, пожарить. Рыба не крупная, но для такой реки вполне себе неплохой размер. Ну, в общем, все, ребят. На сегодня мы рыбалку закончили. Результат я показал. Рыбка не крупная, но зато количество поклевок, поимок, разнообразие видов рыбы сегодня прям порадовало. И что интересно, с утра работали одни лунки, днем работали другие, а вечером третьи. В целом рыбалка, конечно, в удовольствие. После пролетных рыбалок с бибами это вообще прям кайф. Ну а на сегодня все. Будем собираться. Всем спасибо за просмотр и всем пока.